уверен, что сегодня люди очень изысканные, очень образованные и опытные в отношении употребления таких напитков. Обладающие лидерскими качествами, которые правильно понимают, куда они дальше будут двигаться. Говорить с стаканом Гленфиддиха в одной руке в Soho Rooms о семейных ценностях – это здорово. Наследие – это как раз-таки тот труд пяти поколений грантов, о которых сегодня шла речь.